Она писала книги, ходила на тусовки, дружила с Ксенией Собчак, крутила романы с богатыми и знаменитыми, а потом вдруг резко исчезла из поля зрения СМИ на несколько лет. И пока все гадали, куда же делась главная писательница Рублевки, известный журнал «Татлер», разыскал Оксану на острове Сен-Барт. Оказывается, она сбежала туда вместе с сыном Иосифом и мужем Олегом Горелышевым. Последний, впрочем, посещал новое пристанище супруги набегами. Все-таки бизнес в Москве требует не меньшего внимания и заботы, чем любимая жена. Причина бегства светской дамы была банальной, вряд ли достойна ее собственного пера. У младшего ребенка появилась аллергия. С заболеванием не могли справиться не самые Лучшие столичные врачи не родные стены дорогущего особняка, где жила семья. В Сен-Барте эта проблема решилась само собой практически за месяц. И все же через год после добровольного отшельничества Оксана переехала в Лос-Анджелес. Пока Иосиф ходил в местную школу, Робски занялась серфингом и освоила пилотирование. Казалось, она ни за что не поменяет солнечный Беверли-Хиллс на мрачную Москву с ее непредсказуемым климатом. Однако в прошлом году экс-жительница Рублевка вернулась в родные пенаты. Кстати, скоро в семье писательницы ожидается пополнение. Дочь Даша находится в положении. Да-да. Робский станет бабушкой и, может быть, посвятит этому событию очередную книгу. Мы ведь еще не знаем, как воспитывают детей на Рублевке.